Как человек начинает развивать вот это вот право, чтобы продвигаться? После того, как он уже столкнулся с охранниками и страшниками, и снова, как он потом, когда вот он с ними сталкивается, как с ними работать? Я не понимаю. Те же судьи, охранники, стражники, те же силы против и за, и помощь, все они становятся келим для тех, с помощью которых они продвигаются. Это не как ты проходишь между КПП и тебе не дают войти. Это те условия, которые ты раскрываешь как мешающие, как преграды, они становятся частями, которые формируют для тебя следующую ступень. Ты видишь их как препятствия, потому что ты еще не можешь выстроить их во благо себе. Так мне нужно средство для того, чтобы это стало помощью. Почему сказано охранников и стражников «сделай себе»? Почему я должен их делать? Мне нужно шоссе. Вот и все. Хорошее, гладкое. Кому нужны эти стражники? Человек, что сталкивается с ними с радостью в жизни? Сказано «сделай», потому что если для тебя это гладкое шоссе, это нехорошо. А в раскрытии охранников и стражников ты понимаешь, что у тебя не так все гладко, что ты должен подняться над этим.